Всем привет! Я вам обещала снять новое видео про косметику, я ее буду наносить. Поехали! Первое. Крем для лица. Пахнет вонючей. Нет, дубом пахнет. Я не знаю, чем это пахнет, но если дуб, то дуб. Вот вам лайфхак, если зеркала нету, вот как надо красить. В общем, вы поняли, что он пахнет дубом. Вот. Искрем. Дальше. Блеск для губ. В прошлом видео вы узнали. Я не буду его наносить, поэтому мои подруги. Поэтому уходит. Дальше этот я нашла гигиеничку, кстати. У меня как раз губы трескаются. А я потеряла гигиеничку, вот это нашлась. Нет, это реально вкусно, ванилька и пахнет. Все. Дальше. Сейчас я все вытащу, потому что там одно и то же. Я не буду их красить, потому что будем ждать еще. У меня до сих пор вот это. Господи, вот. И коричневые оба. Только это темно-синий, а это коричневый. Дальше. Это вообще ничем не открывается лак. Мне дедушка уже всем пробовал. Тем можно было открыть. Дальше. Дальше. Я устала снимать это видео. Блеск для губ, который я вам говорила, помните, очень клевый, я вам говорила. Надеюсь, что вы увидите. Дальше. Такая база.
база для слаймов. Это нанести, а потом уже краситься. Мне там как будто нет, поэтому я беру так. Смотрите. Смотрите, как я буду доставать. Ждите. Это как будто алоэ. Вот, я сюда. Думаю, что. Я уже устала. Тональный крем. Видите? Он как Coca-Cola Mints. Видите? Ребят, я руки мыть. Это вообще сегодня ни при чем, кисточка. На сегодня все. Довольно. Подпишись на мой канал. Если у тебя будет кнопочка красная, видите? То тогда нажмите на эту красную кнопочку. И она будет гореть серой. И значит, то, что ты подписался. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы ты не пропускал ни одно мое видео. Всем пока-пока!